В Ливии правительство и местные повстанцы договорились о возобновлении работы двух нефтяных портов, ранее захваченных ополченцами. К такому соглашению удалось прийти в результате переговоров между обеими сторонами. В прошлом году контроль над несколькими портами был захвачен повстанцами под руководством Ибрагима Джатран. Они требовали автономии на востоке страны, а также большей доли прибыли от нефтяного экспорта. Блокада длилась 9 месяцев. Ущерб экономике страны за это время был нанесен в размере более 14 миллиардов долларов. В марте этого года повстанцы объявили, что начали торговать нефтью с захваченных территорий.